Глава ИГИЛ тяжело ранен, СМИ. Из-за ранения Абу-Бакр аль-Багдади фактически не руководит группировкой. На его место был избран Абу-Осман аль-Туниси. Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Эль-Сумари. По данным телеканала, который ссылается на иракский источник в силах безопасности, из-за болезни аль-Багдади фактически не руководит группировкой и прикован к постели. Отмечено, что на его место был избран Абу-Осман аль-Туниси. По данным источника, аль-Багдади был ранен в июне при атаке иракских ВВС на один из поселков, захваченных ИГ. Напомним, ранее в Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ. Перед этим Израиль заявил о ликвидации 7 боевиков на границе с Сирией. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.